«Привет, дорогой». В этот момент ты мог бы объезжать ямы на Толстого, ругаться с продавщицей на привозе, требовать сдачи у маршрутчика, начать таксовать в аэропорту. Но чтобы обезопасить себя, лучше смотри шоу «Well Done». Привет, меня зовут Вильдан Милышев. Сегодня, пока ехал сюда на съемку шоу, листал статью о премьере в музыкальном театре. Почему я вам об этом рассказываю, вы узнаете прямо сейчас. Это шоу «Well Done». Мы начинаем! Здравствуйте. До этого этапа добрались только победители. Справа от меня представители музыкального театра нашего крымского. Арсен Джемилев. Всем привет, меня зовут Джемилев Арсен, я артист музыкального театра. И наш девиз «Побеждать так с музыкой». С кем мы сегодня будем сражаться? Со СМИ. Что я могу сказать? Фу, берегитесь, журналюги. Танюша Корниенко! Всем привет! Меня зовут Таня Корниенко. И снова это мы, команда театралов. За эту ночь мы придумали, как показать слово «синкрофазотрон». Мы пересмотрели все оперы Чайковского и вспомнили все цветы на букву «Г». И сегодня мы должны победить, потому что «Гладиолус». Дорогой Виталий Таганов тоже здесь! Я Виталий Александрович Таганов. Он же Виталий Александрович, он же Таганчик, Тагашечка, Тагаша, Таганович, Тагасик. У меня свои счеты с журналистами, особенно те, которые пишут о театре и возомнили себя театральными критиками. Вы читали Константина Сергеевича Станиславского «Моя жизнь в искусстве», Георгия Александровича Толстоногова «Зеркало сцены»? Читали? Может быть, не читали? Выясним сегодня и сразимся. А слева от меня представители средств массовой информации. А у ребят был прошлый сложный раунд. Они одержали нелегкую победу над яркими выскочками из Инстаграм и доказали, что они лучше. Итак, слева от меня Владимир Прошкин. Привет, я Владимир Прошкин. Представляю Крымское информационное агентство. Сегодня мы играем против актеров, и мы их порвем. Анна Плотникова. Привет, меня зовут Плотникова Анна, и я вновь в команде «Крымской газеты». Сегодня мы играем против актеров. Ну что они умеют, кроме как играть на публику? Думаю, у них нет шансов. Мы их победим. И Дмитрий Бугай! Привет, меня зовут Дима. Недавно мы победили блогеров, сегодня мы победим актеров. Поехали. Ребят, не забываем, напротив меня наш диджей Денис Япаров. Все, как всегда, нужно назвать наши команды. По одному представителю от каждой команды. Давайте, жду вас. Я эту игру не знаю. Да, Виталий, знаешь, давно. Камень, ножницы, бумага. Помните, да, все как всегда. Итак, давай я. Су-е-фа. Су-е-фа. Победа СМИ. Арсен, садись. Итак, как назовем себя и противников? Пусть ребята будут скоморохи. Скоморохи, можно и так, да. А вы? Спасибо. А мы будем недобросовестные подрядчики. Вот это ты себе сделал задание! Итак, ребята, продолжаем. Конкурс начинается, он называется «Поисковик». Все так же, как было ранее. Есть некая поисковая система, вбил в нее запрос и топ, который мне выбрал. Начнем давайте с вас, потому что у них такое сложное название команды. Я пока запомню. Вбил в поисковике «Диагональ». Что по «Диагонали» может еще выбивать мне поисковик? Диагональ? Плазма. Диагональ, ну, телевизора, да. Диагональ телевизора, плюс 5 баллов есть, да. Диагональ телефона. Нет здесь телефона. Диагональ. 128, 164, какие там есть? Геометрия пусть будет. Диагональ, геометрия. Ну, я диагональ, как бы, там, прямоугольник, квадрат, как бы, 3 балла даю. Да, 3 балла есть, да. Может быть, еще какую-то диагональ назовете? Я не знаю. Ну, там уже, ну, здесь сложно будет. Диагональ 43 дюйма ты могла бы назвать. 32 дюйма, там есть 6, 3 дюйма молодец, и так далее. Молодец, ну, в общем, в целом вы молодцы. Вам аплодисменты, да. Ребят, двигаемся далее. Следующее, что я ввел в поисковике, это слово, даже это имя. Алла Пугачева. Алла Пугачева. Что в топе запросов есть по...
Максим Галкин. Да, Лукачёв. Да, Максим Галкин, дети, да, 5 баллов. Примадонна. Нет, никто. А Алла Пугачева. Инстаграм пусть будет. Молодец. Плюс 5 баллов. Победил Инстаграм в тот раз. Теперь знает. А может еще что-нибудь скажет? Народная СССР. Это ложь. Вы молодцы, вам аплодисменты. Да, друзья, первый конкурс прошел, у нас уже есть баллы, первые результаты. Денис, озвучивай, какие цифры у нас? Первый полуфинал начинается, и есть первые у нас результаты. КСМИ получает 10 баллов. И аплодисменты, да, ребят, команда здесь. Но муз-театр не расстраивается, у них 8 баллов, ну не о, такая. О, да неплохо, нормально. У тебя скоро яркое событие. Идея, свет, звук, сцена, агентство «Большая перемена». Итак, ребят, следующий конкурс называется «На языке верчу». Вы помните, я перевел текст песен русских на много языков, вернул это к русскому языку, и нужно будет прямо сейчас угадать. Кто из вас в Комурохе первый выйдет ко мне? Давай, Танюшка, давай, Танюшка. Добрые молодцы. А принцесса. Да. И принцесса, остановись вот сюда, чтобы мы тебя видели, слышали. Итак, полдня пожар, днем и ночью бессонница. Сердце разбивается, но лед не разбивается, лед никак не тронется. Но однажды утром я решил сделать первый шаг, я купил цветы, а это твоя выпускной, чтобы ты заплакала. Название команды. Медлячок. Скоморохи. Медлячок выпускной. Баста. 5 баллов. Да. Кто такой Баста? Это Баста. Да, это Баста. Медлячок. Ребята, от вас кто будет? Медлячок. Давай становись. Все как всегда. Дружище, громко, четко, с толком, со смыслом. Поехали. Сколько дней потеряно? Конечно. Это может быть что угодно, но не с ней. В твоих глазах становится нормальным существом. Я заставляю тебя в тачке. Я отвезу тебя к парням. Есть общественная баня, рыба, да. И пиво. Скоморохи, сейчас. Быстрее. Значит, я... Что? Пошла, что это за песня? Что это? Быстрее. Макс Корж! Да, Макс Корж! Да, это Макс Корж. Что, это пряник? Тебя пацаном. Давай. Вот эту песню, я думаю, знают все. Знают все. Кроме меня. Кроме Арсена, конечно же, но громко и четко. Поехали. Давайте рюмку водки. К сожалению, мне, но к счастью, не быть твоей коварной зависимостью. Коварная зависимость. Ты мой никотин, я влюбился в тебя в первой гарной. Я с тобой никогда не женись. А я ем лучше перед регистрационным офисом. Кто ваш паспорт улечу. Точно! Это мой ровесник! Так давай! Кучерявый, как его этот самый! Укупник! Да! Молодец! 5 баллов! Все верно! Кто от вас идет? Давайте! Давай! Итак, с толком громко слушаем. Поехали! Экран тупой, и я хочу им пользоваться. Держись подальше, и держись подальше. Но новый день, и я снова невыносим. И вы идете, как будто я спросил тебя. И пусть это капает с неба. Недобросовестные подрядчики. Что? И пускай капает с неба. Молодцы. Иду в мокрых кроссах. Кто это, блин? Белорусских. Да. Белорусских, да. 5 баллов. Тоже молодцы, да. Итак, друзья, радуйтесь, вы неспроста, у нас уже есть баллы по итогам двух конкурсов. Денис, говори цифры. Не знаю, могло бы быть вообще по-другому в этом конкурсе. У нас сегодня музыкальный театр и музыкальный конкурс. 23 балла. А у СМИ? А СМИ набирает 15. Ну, им некогда слушать, они больше пишут. Все верно, да, ребят. Ребят, что, мы опередили их? Да. Виталий, ты опять все проспал. Смотрите, ребят, следующий конкурс называется «Что за покемон?». Помните, один человек становится здесь, один его вывешивается стикер, и он должен за минуту наводящими вопросами понять, кто же он такой. Кто? Приглашаем, да. Итак, есть ровно минута, вы отвечаете только «да» или «нет». Стикер у нас уже есть на стене. Ребят, вы знаете этого человека? Да. Знаете. Денис, готов, все готовы, минута пошла. Это женщина? Нет. Мужчина? Да. Писатель? Нет. Журналист? Нет. Актер? Да. Да. Русский? Нет. Американский? Нет. Ну да, скорее да. Негр?
Нет. Нигр можно говорить? Так. Джонни Депп. Нет. Еще. Ди Каприо. Нет. Клуни. Нет. В каких фильмах снимался? Боевики. Бокс. В фильмах с боксом снимался. Господи, кто же там был? Ручки. Сейчас. Кто еще там? Джеки Чан! Но это не бокс. Ну ладно. Кто еще? Эдди Мёрфи. Он еще тот боксер. Он еще тот боксер. Я боксеров не помню. А почему именно боксер? Ну не боксер. Там ребятки, наверное, имели в виду некие единоборства. Возможно, ты вспомнишь кого-нибудь. Ли, какой-нибудь Ли там, не знаю. Брюс Ли. Не Брюс Ли, не Джеки Чан. Ты вот кто. Ты Брюс Жан-Клод Ли. Ван Дам. Ладно, они молодец. Спасибо. Они пытались, старались. Кто? Таня? Аплодисменты Танюши, да, стикер уже у нас на стене. Голливуд, молчим. Молодец. Молчи! Да там нормально. Там змея. Подожди, стой. Денис, Таня, готова? Минута пошла. Поехали. Я женщина. Нет. Мужчина. Да. Актер. Нет. Певец. Да. Хорошо, Россия. Да. Известный. Да. Баскет. Еще. Да. Молодец. Итак, ребят, вы досрочно ответили, получаете 10 баллов. Целых 10 баллов. Молодцы. Ребят, нужно что-то делать. Кто? Аня опять? Нет? Кто? Нет? Кто? Ну, давайте я. Ну, давай, забегай. Смотри, точно так же у тебя есть минута, стикер уже на стеночке. Надеюсь, вы знаете этого человека. Знаете? О, ну здесь все просто. Руками не подсказываем, да? Все готовы, минута пошла. Живой? Да. Мужчина? Да. Актер? Нет. Певец? Нет. Ну, актер ты... Да. Близко. В смысле, близко. Актер, певец, модель. Нет. Еще. Спортсмен? Нет. Политик? Аня. Нет. Твой. Ну, кто-то еще есть. Называй варианты. Спрашиваю, в какой сфере деятельности? Вот культура. Что? Да, культура. Писатель? Нет. Художник? Нет. Посмотри на Вильдана. Кто он? Ведущий? Да. Малахов? Нет. Еще. Нагиев? Нет. Молчи. Еще. Не показываем ничего. Киселев? Нет, давай. Еще. Блин. Еще есть. Называй ведущих известных. Боже. В общем. Ну, Владимир, давай. Итак, вот, смотри, у тебя уже в стоп время вышло, мы не подсказываем, у тебя есть ровно 3 секунды, чтобы назвать еще одну фамилию, как уже подсказал тебе Дима, ведущего. Имя ведущего любого, ну-ка, это... Вовчик! Все. Ладно, это был Иван Ургант, ты Иван Ургант-то забыл, ладно. Спасибо, Вова, да. Вот сейчас обиделся. Арсен, выходи. Стой, не волнуйся. Стикер уже на стене. Да? Переживать уже нечего. Молчим. Стой. Готов. Да? Минута пошла. Я мужчина? Да. Артист? Нет. Писатель? Нет. Журналист? Нет. Спортсмен? Нет. Ну еще! Ведущий! Нет! Еще! А кто еще? Ну, есть еще люди! Ну, да. Сферу деятельности обозначь! Ну, комментатор! Нет! Люди! На мачтовый! Ай! Виталий! Артисты! Ну еще есть люди! Сферу деятельности ему скажи! Сферу деятельности! Политик! Да! Я Владимир Владимирович Путин! Нет! Медведев! Не подсказывай, не подсказывай! Ладно. Это было послушники. Если бы это было досрочно без подсказок, дал бы 10, так дают только 5, но 5 заслуживает. 5 заслуживает. Так, друзья, закончился у нас очередной конкурс. Итак, цифры уже есть. Называй, Денис. Есть баллы, есть лидер. И это наши замечательные актеры. У них 38 баллов. 38, да. Ну, а сколько отгадали у нас стикеров наша замечательная команда из СМИ? Ноль, столько же и баллов, друзья. Да, ну понятно, да. А баллы 15.
Вновь появился рядом со мной этот ящик наш белый, красивый. Значит, начинается конкурс «Кто там?». А кто же там в этот раз будет отгадывать, кто-нибудь из вас, да. Друзья? Кто? Кто? Я знаю, Виталий. Виталий хочет. Да. Виталий Таганов, аплодисменты. Стой, пока дай нам тоже ознакомиться с тем, что здесь находится, хорошо? Ребятки, напоминаю, реакция может быть, но не подсказывайте, чтобы Виталию было интересно смотреть, ощупывать это все. Виталий, максимально подробно попытайся нам описать, что же ты там пытаешься нащупать. Поехали, укусит, не укусит, пальцы же артистам, актерам не особо важны, правильно, в деятельности? Главное лицо, поехали, Виталий. И без резких движений, как желательно. Андрюш, ты его аккуратнее, что ли? Кто-то есть. Это, подождите, морская свинка, нет? Подождите, хомячок, что это такое? Ну, типа из этого. Ну, вот ушки. Только из-за души. Да нет, я не боюсь животных. Да подождите, ну как же так? Ну так как думаешь, что окончательно решаешь? Подождите, ну это же из грызунов. Ну да. Ну и не кролик, подождите. Правильно сказал, я просто жду, пока он нащупается. Это морская свинка, в принципе. Ну ты еще какой-то. 10 баллов, 10 баллов. Да, красивая? Да вообще, рыжий, как и я. Двигаемся далее от вас, ребят. Кто? 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 Бугай. О, Бугай! Вот кто? Дим, подожди. Секунда. Перед тем, как... Я не тороплюсь. Я понял тебя. Давайте-ка посмотрим с вами, что или кто там есть. Вот такое там что-то есть. Вот что-то такое. Кто-то там? Боже, оно там? Оно там? По центру. Да ну нет, оно да, ближе к центру. Зачем? Я ничего не чувствую, я ничего не чувствую. Я что-то чувствую. Руки трусятся. Ну что, это же на ощупь. На что похоже? Я люблю там волосатую штуку. Аккуратнее. Волосы. Ну. Или что это? Ну кто ж знает? Скользкая и липкая. Боже, что вы подсунули? Блин, ну я не знаю. Давайте сойдемся на то, что это кактус. Нет, это не кактус. Нужно трогать. Трогай, хорошо так прям. Это живое вообще? Ну кто ж знает, ты ж нам скажи, может он спит, не разбуди. Блин, да я боюсь, я не хочу это трогать. Нужно! Зарабатывай баллы! Обхвати! Ну! Зачем? Чтобы разбудить его! Разбудить его сущность! Да-да-да-да-да-да-да! Фу! Это не живое что-то. Да? А что тогда это? Я не знаю. Может, оно мертвое уже, а было живым? Это слизь просто. Ну на что похоже, по-твоему? Подождите. Ну, давай, ну, волосатая и скользкая. Прям возьми его в руку. Ты его слабил. Ты его реально убил. А, ладно, хорошо. Да ты понял, что это, нет? Это руки понюхай. Не знаю зачем, но понюхай руки. Это банан. Волосатый банан. Волосатый банан. Банда. Было сложно, долго, 5 баллов за работу. Все веселятся, кроме одного Димы, который нащупал только что волосатый банан. Ему не до смеха. Денис, называй баллы, цифры какие у нас сейчас? Команда «Недобросовестные подрядчики», благодаря усилиям Дмитрия, забирает 20 баллов. 20 баллов есть. Ну а команда музыкального театра уходит в отрыв 48 баллами. 48! Ребят, следующий конкурс дает вам шанс отыграться. Называется он «Кикадзару». Помните, да? Там мартышка, которая ничего не слышит. Вот у меня есть наушники. А вы в наушниках слушаете громко-громко песню «Рамштайн» группы. И пытайтесь по губам прочитать то, что вам говорит товарищ по команде. С кого начнем? Ну да, пойдем! Вижу. Не терпится. Сыграть мартышку для меня это... Становись вот здесь, друг. Вот здесь, да. А ну, отгадайте. Громче. Я
Я почти на максимум сделал. Ладно, есть ровно минута, чтобы рассказать ему слово «суматошный подъем». Суматошный подъем, Виталий, готов? А минута, если у нас готово, то поехали. Сумасшедший! Тошный! Руками не показывай, давай! Тошный! Суматошный! Суматошный подъем, блин, извините, простите. Но если бы не показал, было бы 10 баллов, а так 5, да, честно, все. Заслужил. Простите. Молодец, и ты. Простите, и ты. Аплодисменты, эмоции, ребят. Простите, да, эмоции, да. Догонусь, давай, 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 идем, 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 идем. Друзья, от вас кто? Мы. Кто? А, мужчины, молодцы. Кто отгадывает, кто слушает? Сможет все. Итак, Димка, не знаю, любишь ли ты или нет, но Рамштайн ты сейчас уже слышишь. Да? Есть? Кукурузный день. Попробуем. А, минута есть, минута пошла. Кукурузный день. Кукурузный. Правильно. Все, слово, слово целиком. Кукурузный. Молодец, молодец! Ребят, это однозначно победа, это 10 баллов, молодцы! Ну, здесь, конечно, ребятки достойно справились. Нам нужно узнать теперь баллы. Денис, озвучивай, давай. Такого выступления достойного, кукурузного. Команда СМИ получает 30 баллов. 30 баллов! Ну, благодаря своему заделу команда в лидерах остается. А наша музыкальная театра 53 балла. 53! И мы продолжаем. Сзади меня появилась очаровательная картина, и это значит, у нас начинается конкурс Куинджи. Нужно будет закрытыми глазами за одну минуту дорисовать вторую часть этого произведения искусства, лишь руководствуясь подсказками товарищей по команде. Анна, первая, давай мне ручку. Вижу. Оп, идем. А, ребята, у вас есть ровно минута, и она уже началась. Поехали. Выводи середину. Середину. Да. Все, да, да, да. Ниже. Стой. Нет, вверх. Еще. Левее. Начинай. Начинай. Ты рисуешь елочку, так. Начинаешь со звезды. Представь ползвезды. Вовремя сказал. Давай. Звездочку вниз. Косую. Так, раз, давай. Вниз. Вот так, молодец. Как Кремль. Да. Ты рисуешь. Теперь опускай. Вот так. И тяни. Да. И налево. Еще? Нет, все. Ну, типа достаточно. Потяни. Все, теперь давай. Налево. Представь. Вот так. Теперь побольше размер. Давай такой же делай. Вот, да. Дальше, да, так же. Налево, чуть-чуть ниже. Да. Стоп. И еще раз так же делай. И теперь, да, только больше делай. Большую такую. Ниже, так. Да. Направо. И теперь, да. Отлично. Теперь смыкай налево. Да. Ага. И горшочек снизу. Горшочек. Вот и подарочек. Есть, успела. Снимай повязку, смотри, что там. Присаживайся. Мне кажется, это действительно идеальная елка. 10 баллов, а даже 15 в легкую. 15. Великолепная. Другое очаровательное произведение искусства вновь у меня за спиной. Танюш, давай руку. Идем сюда. Сразу середину. Ага. Да. Не. Есть, да? Ага. Итак, есть минута. Время пошло. Чуть-чуть правее. Пошла вниз.
Что рисуешь? Меньше. Что рисует, скажи. Ракета, меньше вниз идешь, вниз. И закрывай вот так. Правильно, молодец. Так, теперь дорисуй. И сейчас чуть-чуть смотри. Маркером иди. Вниз иди, вниз маркером. Подожди, вниз ровненько. Ровненько. Нет, ну это ровненько. Хорошо. И теперь таким лепесточком возвращайся туда. Лепесточком возвращайся. Ну справа, лепесточком, полукругом. Ну не полукругом, лепесточком, говорю, возвращайся. Да не ту, чуть-чуть выше. Теперь выше, рада, поднимись выше, выше, выше. Вот здесь, подожди, вот правильно, иллюминатор вот здесь, на этом месте, полукруг маленький. Ну, давай завершай. Чуть-чуть выше еще раз. Чуть-чуть выше. Нет, ниже, ниже. Еще раз такой же сделала. Молодец. Выше еще раз такой же сделала. Выше. Вот нет, ниже чуть-чуть. Нет, чуть-чуть выше, чуть-чуть выше. Чуть-чуть выше. Здесь полукруг. Все. Господи, что же это так? Снимай, смотри, что получилось. Куда ты? Но смотри, несмотря на форму присаживайся этой ракеты, но какие идеально ровные иллюминаторы. Это достойно. Таня. Это минимум десяточка баллов. Спасибо. Вам точно. Это было сложно. Молодцы. Браво. Это был... приятный, красивый, действительно результативный конкурс. Не только искусство свое показали, но и баллы заработали для команды. Давайте посмотрим, узнаем. Денис, озвучивай. Продуктивный очень получился у нас раунд. Ну? Обе команды набрали баллы, кто-то больше, кто-то меньше. Однако лидер не меняется. 63 балла у команды музыкального театра. Ну а наши ребята догоняют, между прочим. 45 у СМИ. Есть! Не волнуйтесь, не переживайте. Крока что? Называется конкурс, вы помните, а он может вам как принести победу, а также опустить вас вниз по баллам. За каждое угаданное слово 5 баллов, за каждое пропущенное минус 3 балла. Кто первый? Начнем с вас. Давай. Арсен выходит на сцену у нас. Готовая минута, тогда у нас уже пошла. Так, асфальт, дорога, покрытие, сцена. Да. А, помост. В смысле, авансцена. Ну что? Что? Авансцена. Маленькая сцена. Ну, подиум. Ну что? Ну, подожди, маленькая сцена. Ну, подиум. Что еще? 4 балла даю. Сценка. Сценка. Так нужно. Автомат. Война. Солдат. Нет, ты боец. Кто? Что ты держишь в руках? Что это такое? Запал! Запал! Камень! Да! Динозавр! Что это? Что это ты? Птеродактиль! В смысле оттуда? Курица! Курица! Петух! Курочка! Это что такое? Петух? Нет, цыпленок! Цыпленок! Да ну господи! Ты человек, мужчина! Мужчина! Так, лиса, хвост! Хвост был, молодец, молодец. А Виталий, ты пойдешь, нет? Нет, сейчас Танечка. Ну, Таня, Танюша, давай приходи сюда. Маленькая. У тебя тоже есть минута, и она уже началась. А, ой, так, нет, давай сразу. Часть. Ага, ну, блин. Не знаю. Карты. Что, проигрыш? Деньги? Проигрыш. Картежник? Нет, в смысле, что? Что? Нет денег. Трата. Так. Сабля. Что? Рэмбо. Нет. Солдат. Да. Нет, кто? Этот самый пират. Да. Все, отлично. Пират. Ну, пираты. Что? Капитан. Пиратство, ладно, 3 балла даю. Пиратство. Ну, пиратство. Блин, господи. Что это? Это насекомое? Насекомое! Да. Что, насекомое? Я скажу, жук, таракан! Паук! 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 Таранту! Таранту! Форма слов. Читай, что-то записывать. Ну, лист бумаги, бумага. Нет, запись. Что ж такое? Текст! Да! Поздно сказал, не 5, но 3 балла даю. Текст, молодец, да. Тарантула, ты молодец. Все вспомнили, всю энциклопедию. Ну а что поделаешь? Маэстро, ваш черед, минута ваша пошла. Давай, Таганович.
А, все вверх, вверх. Да. А, пирожное, мороженое. Кушать, еда, кушать. Еда, пища. Много пища. Еды, много еды. Обжора. Фуршет, фуршет. Банкет. Нет. Так, конфетка. Конфетка. Много. Сладости, сладости. Сладкоежка, много сладостей. Магазин. Ну. Магазин сладостей какой-то. Кондитерка. Дальше. Сигарета. Сигарета. Дым. Никотин. Сигара. Дым. Сигара. Сигара. А, так, значит... Цветочек. Огонь. А, а змея. Змея. А, цвет. Птенчик. 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 Гнездо. Да. Значит, что? Мы люди. Мы вещать. Ораторы. Лектор, лектор, педагог. Студенты, студенты. Ученики. Это лекционный зал какой-то. Ученик, ученик, школа. Учитель. Собрание. Собрание. Это было собрание. Аплодисменты. Вы все молодцы. Ребята, от вас кто идет? Дима, молодец. Выходи. Правила те же. У тебя минута, и она уже началась. Толчешь что-то? Дуешь? Молоко? Есть! Молодец! Вода! Жажда! Открывашка! Открывашка! Бутылка! Пьешь! Кнопка. Наливаешь! Кружка! 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 Пиво! Кружка! Пиво! Что это такое? Еще раз, еще раз. Окобы. Блин. Кружка налил, стакан. Стакан. Как не спеша они угадывают, да? Молодцы. Официант. Официант. Просто показывай еще. Как его показываешь? Что это было? Вот так. Очки! Это агент! Кто? Кто? Давай. Конечно! Давай, Вов, давай! Итак, вновь у тебя есть ровно минута. Поехали! Поднос капли. Кушай? Арбуз, доля, что? Дыня. Дыня. Круглая. Хлеб. Хлеб. Поднос. Лаваш, типа. А кусочек! А, пицца, пицца! Пицца, наконец-таки! А, господи! Ну ты ж знаешь это слово! Копать, открывать, режешь, режешь, копаешь! Да, они не отгадали! Сачок! Вы не отгадаете сачок! Открываешь, и там какая-то штука. Рюмцин! Рюмцин! Хлеб, пшено, зерно! Зерно! 3 балла за это даю. Говорить меньше нужно. Капли. Капли. Нафтизин. Господи, нафтизин. Какой нафтизин? Бутылочка, капли, пипетка. Пипетка. Силач. Качок, тренажерный зал. Ну-ка еще раз покажи, давай покажи. И это что? Гимнаст. Боец. Это мощность. Аня, идем, идем, ждем тебя, аплодисменты. Аня, да? Итак, нужно вручать. Мужички немножко подкачали, хорошо справились, но тебе нужно еще больше баллов. Договорились? Минута твоя уже началась. Так, открываешь и кушаешь. Колбаса. Колбаска? Батон. Сырочек. Батон, булка. Булка, багет. Наконец-таки! Так. Ага, что-то взяла. Сумка. Сумка, чемодан, лыжи, палочки какие-то, ходули. Типа. Тренажер! Водишь самокат, не знаю. Командировка! О боже. Да. Давай, давай, показывай. Ага, волна, отдых, отпуск. Поехала куда-то. Что там делаешь? Волны, море. Ага. Пейзаж там. Ялта. Горизонт. Боже, дальше. Паром, паром, паром. Мне надо сразу такое отметать. Сложное было слово, это было слово грант. Аня, спасибо. Итак.
Итак, конкурс очередной подошел к концу. Нужно узнать баллы. Денис, говори. Музыкальный театр. 97 баллов. А у наших ребят... Ну, они добросовестные подрядчики продолжают такими являться. 65 баллов. Неплохо, неплохо, ребят. Смотрите. Блиц-шприц, вы помните? Быстро, молниеносно. Виталий, держись, держи. Да поддержите Виталий хотя бы за сердечко. Смотрите, все так же. 5 секунд, чтобы дать мне ответ. Назвать 3 чего-нибудь. Начнем с вас. Назови, пожалуйста, мне, Дим, за 5 секунд 3 вида стиля плавания. Поехали. Брас, кроль, плавание на спине. Вольное. Вольное, ну там какой-нибудь баттерфляй назвал. Например, баттерфляй. Да, например, баттерфляй. Ладно, 6 баллов есть. Молодец, есть, да. Да. А, нет, стой, на спине он так и называется? Да, конечно. 15 баллов. 10, отдаю, не 6. 6, а 10 баллов. Дима заработал. Ладно, хорошо, да. Договорились. Анна, назови, пожалуйста, мне за 5 секунд 3 млекопитающих животных. Дельфин, боже, морской котик, кит. Ну, как бы они относятся к животным, они млекопитающие, и это было за 5 секунд 10 баллов. Нужно десяточку сделать, ну понимаешь, да, Оп? Итак, давай-ка за 5 секунд мне 3 марки автомобиля на букву А. Альфа-Ромео, Астон Мартин и Ауди. Ауди подсказал, ты зачем? Не слышал. 6 баллов есть, 6 баллов есть, 6 баллов. Про машины не спрашивайте. Назови мне, пожалуйста, за 5 секунд 3 города на буквы «на». На Норильск, Нарафаминск, Новгород. Молодец, почти. Если бы только не на «но», а на «на». Нужно было начинать на Новгород. Нальчик. 4 балла тебе есть. Молодец. Танюш, за 5 секунд назови, пожалуйста, 3 известных личностей с именем Федор. Федор Бондарчук, Федор Достоевский, Федор Марченко. Марченко? Ну, есть такой, я слышала. Федор Емельяненко. Есть. Он известен в узких кругах, как и в Крымске. 10 баллов есть у вас. Заслуженный артист Крыма. Друг мой, Виталий. 5 секунд, так же, как и всем. Хотя хочется дать 6 секунд на всякий случай. Но ты сможешь даже за 3. 3 вида спорта, в которые играют на пляже. Пляжный волейбол, пляжный футбол и строят домики из песочка. 10 баллов, хорошо, ладно. Вот и все. Осталось только узнать счет. Денис, счет. 91 у команды недобросовестные подрядчики. Ну, друзья, мы в финале, мы увидимся с командой музыкального театра. Они же скоморохи. 121 балл! 121 балл! Ребят, а вас я приглашаю сюда на сцену под аплодисменты, конечно же, да! Ребят, писать – это то, чем вы занимаетесь, то, что вы любите. И я с удовольствием вам дарю книги, которые вам помогут делать это еще лучше. Копирайтер «Расти», справочник писателя, писанина «Как писать с удовольствием». Вот то, что вам нужно. Ребят, молодцы, спасибо! У тебя скоро яркое событие. Идея, свет, звук, сцена, агентство «Большая перемена». Но на этом еще не все. Дорогой телезритель, если ты нас посмотрел, прямо сейчас забегай в социальную сеть ВКонтакте. Именно там проходит голосование за одного лучшего игрока. Именно от тебя зависит, кто получит специальный приз от шоу Well Done. Вам спасибо. Тебе, телезритель, спасибо. Это было шоу Well Done. Встретимся через недельку. Пока-пока.